Хей, hey, гайз, с вами Шмики, и мы продолжаем брать руку под названием Darksiders 2. А я не знаю, первую часть видео вы видели или нет, что у меня произошло. У меня выбило свет какого-то хера. И давайте я вкратце расскажу, что мы уже сделали. Мы вернулись с храмика, мы отправились к этому Корну, вернули ему шлем его же. Тот шлем, который у нас был. Я немного прокачался, я, короче, шкалу жнеца полностью прокачал. Выбил... О, из монстра как раз я могу ее одеть. То давайте я сейчас одену. Одеть. И что нам дали? Нам с вами дали ключик. Вот это ключик, короче, мы же доставили им уже воду, да, и огонь. Они у нас уже переселились немного там дальше. Сюда они у нас переселились. Там они нам сотворили ключик. И нам нужно найти какого-то хранителя, с помощью которого мы откроем его душу или типа того, чтобы он нам помог в дальнейшем. Заметьте вот это, что у него черепок, типа это ж, помните, с первой части, типа такая была. Ячейки ХП или ячейки ярости, уже не помню. Блин. Ладно. А, еще я купил там одну способность у этого чувачка. Удивительно, что ты еще жив. Битва еще не закончена. Давай, покажи, на что способен. А все? Мне хватило несколько ударов таких? Выигранная битва не должна оставаться без награды. Тебе повезло. Возможно, я слишком стар для этого. Возраст — это еще не все. Ты победил старого воина. Но чтобы заслужить себе имя, ты должен сделать нечто большее. Вейхер, Эхидна, Аргул — вот имена, которыми творцы называют смерть. Убей их всех, и, возможно, я соглашусь с тем, что ты настоящий жнец. Звучит как вызов. Вейхер. Коль мне быть твоим палачом, я бы хотел узнать больше о жертве. Я расскажу тебе то, что знаю. Где мне искать Вейхер? Вейхер и ей подобные когда-то бродили по кузнечным землям и резали нас как овец, пока мы превращали этот мир в свой дом. Мы поодиночке выслеживали чудовищ и убивали их. Но Вейхер сейчас забилась в глубокую нору и выходит только на поиски пищи. Я знаю лишь то, что она порождена огнем и дымом, а логово себе устроила под землей. Хорошо, Горвит. А что насчет Горвуда? Когда-то мой народ дружил с Горвудом. В таком случае зачем вам моя помощь? Наш лес был захвачен порчей, а Горвуд — древний обитатель этого леса, они неразлучны. Горвуда сломила порча, его нужно уничтожить. Эхидна? Эхидна? Мне знакомо это имя. Почему ты хочешь ее смерти? За ней должок. Это очень древняя история. Всем известно о сумеречном царстве Эхидны. Почему бы тебе не отправиться туда и не прикончить ее? Я пытался, но в ее мире все было охвачено хаосом. Паучьи лорды залили ее трон кровью, а самой Эхидны нигде не было. Я потратил много лет, выслеживая ее в царстве мертвых, когда все это произошло. Я вернулся домой к своему народу, а старый долг так и остался неоплаченным. Аргул? Расскажи мне об Аргуле. Безумец! Чудовище! Которая хочет только убивать. Я сам хотел заняться этим делом, когда на трон зашел нынешний костяной владыка и победил безумного короля нежити. Так Аргула больше нет? Мои кости постоянно нашептывают мне обратное. Старый король жив, и я в этом уверен. Ну все тогда. Вот эту способность мы с вами получили, смотрите.
Тихо, в смысле? О, во. И позапускать мы можем теперь нож. Ну, не нож, а эти косы. 1200. А ну. Обез крит. Ну там у меня до хера крита процента. Ух ты ж, мать вашу. Ладно, давайте тогда отправимся потихоньку. Я выйду в внешний город. И нужно будет посмотреть это. Где они вообще находятся, эти враги наши. Стоп, если вдруг что, я пошел за им головами. Так, тихо. Поехали, поехали. Сейчас лошадку уже смогу юзать. Не место для лошади. Так, хорошо. Давайте тогда я здесь остановлюсь. И посмотрим, где эти враги. Куда мне нужно вообще отправляться? Опа-на. Как раз туда, там у нас есть этот, часть амулета нашего. Нам, короче, я ж поговорил уже с Карном, да, нам нужно, короче, отправиться в затерянный храм, и в затерянном храме вот это заточенный камень. Так, найдите и убейте низ королей. Где он находится? Не вижу. А, около древа жизни он. Эхидна где? Так, Горвуд рядышком. Эхидна там же, где этот. Вехер. Вехер как раз по пути к нам в бухточку. Так, кузница молота. Ага, сюда, да. Так, ну давайте, короче... Безмолвный камень. Безмолвный камень. А, без... Аж сюда. Хорошо, давайте тогда пойдем по сюжету. Передвинуть гору. Нам нужно в бухту. Значит. Пойдемте убивать. Начнем с Горвуда. Интересно, как он хотя бы выглядит, насколько он жесткий. И где он? Так, подождите, он что, не здесь? Так, для меня сейчас это немного непонятно, куда мне идти. Где-то в этом проходе, что ли? Получается тогда. Ну, я посмотрю внимательно. Плачущий утес. Неужели он где-то там? Возможно.
Так, там прохода у нас нету. Приятель, а где мне тогда тебя искать? И где около водопада я находил эту херь? Где? Слышал? Я что-то слышал. Осталось узнать, где это. Кажись, это не здесь. Кажись, это не тут. Пойдемте выше. И не здесь тоже, да? Так, хилыч. Да не похоже, что тут что-то было. О, сундук хороший. Ага, я здесь еще не был. Слушайте. Бля, куда я прыгнул? Вот черт, ладно. Тупанул. Блин, а у меня вообще будет двойной прыжок? Крылья смерти, не? Надо и еще раз. Но я проход зато нашел, куда мне нужно. Так я не допрыгну. Там навряд ли что такое ценное будет. Ладно, погнали зато сюда. Тихо, ниже. Какой-то проход секретный. О, вижу подъем. По идее, это место, да? Горвуд. Вау! Манать! Воу-воу-воу-воу, потише, дружок! Пиздец! И как вы это представляете? Так, тихо. Да блядь. Она...
Да, монах, ты надоел! Тихо, 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 тихо. Раз. Два. Булава Голвуда. Когда-то эта булава была частью Горвуда, могучего и злобного создания. Сделанного из его сердца, она дает владельцу часть легендарной силы своего создателя. Однако удар этой булавы хватит, чтобы разбросать врагов в стороны, как солому. Он жесткий. Я просто потратил все хилки, которые у меня были. Понять. Ладно, сапоги денем. Риторон, защита побольше. Нихера себе урончик. Сила отпора. Прибавка к силе. Нихера себе. Дамаг. Бля. Это жестко, но 10 уровень. Но, замечу, мы его как-то доубили. И мне... Нихера, у меня 15 кусков. Там много, 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 много. Ладно, а теперь осталось все выбираться. Да, он был прав насчет этого челика. Он жесткий. Я вообще удивлен, как я его убил. Не зацепиться там нигде. Ладно, обидно. А наверх мне тоже не подняться. Сейчас нужно, короче, найти этот камень, сломать камень. И побежали дальше. А, вот их, дитю. А, то есть... Разницы нету, да, что я в таком зуме, что такой. Мистический камень получен. Так, ну этого я убил, окей. Мы... Я могу телепортироваться? Серьезно? Когда вы мне это рассказать хотели? Охренеть. Я не знал. Окей, теперь знаю, теперь будем перемещаться с вами постоянно. Сюда и сюда, по-быстрому. Так, ладно, кто мне дальше по списку? Так, найдите и убейте Вейхера. Вейхер, ты следующий. Уж извини. Вейхер, сорян, ну ты следующий. Так, я не помню, был я тут или нет. Ох, так этих можно обычными атаками такими херячить. Где подъем?
А, у меня должен быть двойной прыжок. Воу, 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 воу. Или нет. А как мне нужно было попасть сюда? С той стороны? Вейхер подождет. Вейхер подождет. Тут точно нету подъема. Тут точно нету подъема. Ау, все увидел. Ну я не знаю, где эта цепь или что это, что мне нужно найти. Поэтому погнали дальше. Я сюда еще не ходил. Ух ты. Придется идти одному. Окей, поехали. Новая локейшн. Бухточка. О, страж. Хилки. Хилки обязательно мне сейчас нужны. Возьму. Сохраниться. Так, 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 так. Инвентарь, перчатки. Надеть. Так, с помощью стража, по сути, я только это могу сделать. Активировать. Окей. Так, залезь на цепь. А если я пойду в другую сторону, сюда? Это куда-то выход? А, тут просто закрыто у нас. Там у нас закрыто. Хорошо. Нужна взрывчатка. А, так-то вы меня вообще не пробиваете. С освещением туго. Бля, я только один удар могу сделать. Еще молот зелененький. О, еще что-то. О, амулет. Короче, нужно комбинировать удар, это не дело. Там что у нас за проход? Закрыто. Мне нужна бомба. Где же бомбу? Отличненько. Кул, 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 кул. Так, а здесь у нас сундук. Раз. Два. Хилки, мне нужны хилки. Коса. О, коса лучше. Так, а что ты мне даешь? Крит шанс, магия, здоровье. Сопротивляемость только и все. И фигня. Ботинки фигня. Так. 59-67. 59-67. Надеть. Вау.
Что-то странно с освещением. Освещение какое-то сломатое. Смотрю, далеко ли падать. Вниз. Вниз. Ниже, ниже, ниже. Так, там у нас прохода нету. Надь, нужно быстрее двигаться. Готово. А, давайте, короче, здесь дроп, я думаю, соберем и тогда и закончим. Эх, не могу запрыгнуть. Давайте следующие серии соберем. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.